сегодня я нахожусь на втором московском показе Moscow Fashion Week. Итак, гости практически собрались. А сейчас начнется показ модного дизайнера Анастасии Кучуговой. Я буду комментировать интересные моменты, так что следите. Как говорит Анастасия, нужно носить только те вещи, в которых чувствуешь себя королевой. Пожалуй, ее концепция полностью оправдывается. Очень дорогие ткани, много деталей, украшений, летящие силуэты чередуются с элегантными и обтягивающими фигуру. Роскошные вырезы дополняют образ и придают королевский шик. Идеально сидящие на моделях наряды ярко сверкают на подиуме, делают походку еще более точенной и грациозной. Мне кажется, в таком вечернем платье любая девушка будет обращать на себя внимание. К слову, Анастасия уже не первый год выступает на неделях моды, в том числе и на международных, и выпускает не только коллекции вечерних платьев, но и сценические костюмы. В этой коллекции представлены и повседневные луки, которые можно сочетать с украшениями и выглядеть стильно в любой ситуации. Конечно же, нельзя не обратить внимание на красоту модели и высокий уровень профессионализма. Динамика и благородство – это основной посыл сегодняшнего вечера. Браво дизайнеру, которому удалось это передать. Хочется сказать всем девушкам – оставайтесь всегда неотразимыми и обворожительными, и приковывайте взгляды миллионов к своей персоне. Зовут? Меня зовут Шамиль. Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления от показа Анастасии Кучуковой. Я вышел с впечатлением большим из этого показа, потому что первое, что я заметил, это все красивые, высокие, стройные дамы. Это в первую очередь мужчины на это обращают внимание. А потом, конечно же, я оценил платье, потому что цвет, фактура ткани, ну вообще эти все разрезы, декольте. Ну, понравилось, очень понравилось. Со мной сидел мой друг, он был тоже в шоке. Коллекция понравилась абсолютно всем. Мне кажется, это однозначно очень красиво было. Очень довольна сегодняшними показами. Очень много впечатлений и эмоций. И всем советую приходить на такие фэшн-события и получать эстетическое удовольствие.